Дорогие друзья, всем привет! Артем Батрак специально для рейтинга букмекеров и для РБ-хоккея. Прогноз на армейское дерби ЦСКА-СКА. Команды встретятся в Москве. Я сразу говорю, что это очень важный момент. ЦСКА играет дома. И серьезно, когда две одинаковые, равные команды, но относительно равные команды встречаются, фактор домашнего льда имеет очень большое значение. Поэтому для меня то, что встреча проходит именно в Москве, это тот фактор, который будет на помощь армейцам московским. Это раз. Два. Как мы убедились, ни одна команда, в принципе, в континентальной хоккейной лиге не прошла этот турнир, да, эту регулярку без спадов. И вот мне кажется, что да, конечно, там у СКА сейчас победная серия, пусть она не такая серьезная, но она есть. Но тем не менее, вот у СКА, мне кажется, сейчас как раз-таки небольшой спад наметился. Это второе в пользу ЦСКА. Третье. СКА в последних матчах стал мало забивать. А уж если вы мало забьете ЦСКА, ЦСКА вам забьет 100% что-то. Поэтому это фактор под номером 3 в пользу ЦСКА. Четвертое. У ЦСКА в прошлом матче играл в воротах Гамзин. То есть, кто бы не вышел там из основных армейских вратарей московских, он будет отдохнувшим. Поэтому это фактор под номером 4 за армейцев. Пятый фактор. Так это то, что если в начале чемпионата СКА ЦСКА обыгрывал, то вот в последних двух играх ЦСКА вспомнил, как обыгрывать СКА. А это о чем говорит? О том, что ЦСКА по ходу чемпионата набирал форму и в итоге ее набрал. Таким образом, это очередной плюсик, скажем так, в копилку именно ЦСКА. Таким образом, мой прогноз – итоговая победа ЦСКА, итоговая, то есть с учетом овертайма и буллитной серии, коэффициент на это 1,9, ну, то есть практически двойка. Отличный вариант, да, вот так вот, на мой взгляд, удвоить свои вложения. Так что победа ЦСКА с учетом, в принципе, победа ЦСКА, любая. Артем Батрак, специально для рейтинга букмекеров. Привет! Ты читаешь спортивные новости, а теперь тебе за это будут платить. Добро пожаловать в коммунизм. И я не шучу. Коммунизм.ру – первый спортивный дайджест с наградой за просмотр контента. Это работает так. Регистрируешься, настраиваешь фильтры, читаешь персональную ленту. За прочтение и просмотр контента начисляются соцкредиты. Это внутренняя валюта коммунизма. Один соцкредит равен 1 рублю. Накопил достаточно соцкредитов, можешь выводить их в рубли. Звучит как в сказке, но на самом деле это коммунизм, который удалось построить.